портретной комнате дома-музея Ленина, которая при жизни хозяина дома служила приемной, экспонируется подлинная шуба Ильи Николаевича Ульянова. В Ульяновский дом-музей Ленина она поступила в 1956 году из Центрального музея Ленина. В 1967 году было принято решение о консервации мехового изделия с целью его сохранности. Экспонат помещен в специальный двойной стеклянный шкаф. Внутри закачан инертный газ аргон. Директор народных училищ использовал шубу во время поездок по Симбирской губернии. Двубортная шуба на пуговицах и енотовом меху была сшита в 70-80-е годы 19 века вручную в Симбирской портняжной мастерской. Прежде чем попасть в музей, шубой успел попользоваться Владимир Ильич Ленин до и после Октябрьской революции. Последним хозяином шубы был Дмитрий Ильич Ульянов.